Всемирное антидопинговое агентство объявило о решении подать апелляцию в спортивный арбитражный суд на решение снять временное отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат. Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады в Пекине после того, как в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. Международный олимпийский комитет собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду. Дело рассмотрит выездная панель спортивного арбитражного суда. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!